сотни талантливых барабанщиков, и патриотические песни звучат на праздничном концерте в честь национального праздника. В Бабайском районе Шымкента День Республики отмечают торжественно. Представители интеллигенции и активистов, которые внесли большой вклад в развитие района, награждают благодарственными письмами от акимата и медалью от президента страны Касым-Жомарта Токаева. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев күміс алқа иегерін марапаттайды. Сейт Ходжаева, Ақмарал. Главный редактор газеты «Рабат» скромно отмечает, медаль за трудовые заслуги от главы государства стала для нее полной неожиданностью. Награду Фариде Шарафутдиновой вручает аким Абайского района. Я поздравляю всех соотечественников, всех казахстанцев с праздником Днем Республики. Это возвращенный праздник. Очень приятно. Сегодня здесь такая прекрасная атмосфера. Классные песни звучат. Народ собрался. Переполняют эмоции. Очень такая весомая награда. Как мне сказали, объяснили, награждаются единицы. Тем почетнее, тем приятнее.